Я знаю, что многие, к сожалению, издания подрабатывают тем, что зарабатывают за заказными статьями и их у себя размещают. И опять-таки это касается всех средств массовой информации. Это системная проблема на нашем рынке, которая связана с тем, что средства массовой информации недофинансированы легальным путем. Очень сложно покупать доходы, что они не свободны, они действуют в результатах сильного внешнего, прежде всего экономического давления. Это крайне печально. Нам нужен нормальный рынок средств массовой информации, потому что обязательно будут такие вещи всплывать все время.